Погрузиться в математику, физику и филологию этим летом смогут победители муниципального и регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и лауреаты различных интеллектуальных конкурсов. Для них на базе школы номер 4 организована многопрофильная смена «Одаренные дети Арктики». Проект реализует Ненецкий региональный центр развития образования в рамках соглашения «Зарубежнефть. Добыча Харьяга». Эта неделя посвящена углубленному изучению математики. Специально для этого в окружную столицу приехала преподаватель САФУ Татьяна Ширикова. Мы целую неделю с ребятами погружаемся в математику. Сначала им было, конечно, тяжеловато. В первый день 6 уроков математики. Это, наверное, даже взрослому не под силу. Но вот и теперь уже у нас мы экватор перешагнули, и они уже вполне спокойно сидят. Эти 6 часов занимаются математикой. И нормально уже, адаптировались. Благодаря финансовой поддержке недропользователей обучение по профильным предметам будут проводить преподаватели вузов ВИАДГУ и САФУ. Всего участниками многопрофильной смены станут 24 школьника 7 и 8 классов. Помимо этих занятий, мы также предусмотрели программу, которая поможет нашим детям выдерживать большие умственные, интеллектуальные нагрузки. То есть с ребятами проходят психологические тренинги, проводят их специалисты центра ДАР. Также мы позаботились о здоровье наших обучающихся. Они будут посещать ледовый каток, дворец спорта Норд, бассейн. Культурная программа для них запланирована. То есть это походы в музей, в кинотеатр, посещение различных выставок. Помимо этого, методисты нашего центра развития образования будут вести для ребят занятия по исследовательской деятельности, по риторике и практические тренинги по коммуникативной направленности. Организаторы многопрофильной смены уверены, что такие занятия помогут ребятам добиться еще больших результатов и стать призерами и победителями на всероссийском уровне. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Согласны?